фестиваль Радхаятры, Сидней, Австралия, июнь 1974 года. Thank you.
Яшода дуйле гобинле гопале брила ванапуранна Яшода дуйле гобинле гопале брила ванапуранна Yashoda dulala gobinda gopala Yashoda dulala gobinda gopala Vrindavana purandara Jaya Prabhupada Jaya Guru Deva. Mantidhari Vrjanla Rakhala Gopo Vrinna Pala Jitahat Mantidhari Мы достигли высот технического прогресса, но в обществе наблюдается существенный недостаток, который восполняет Шримад Бхагаватам. Обществу не хватает духовного знания. На самом деле, Прабхупада говорит, что в обществе наблюдается вакуум. Так оно и есть, духовный вакуум. Люди заняты всевозможными делами, но лишены истинного духовного понимания. В основе любой деятельности должно лежать это духовное понимание. Если его нет, то люди повсеместно будут разочарованы, как в современном обществе. Мы так преуспели. Вы учите людей, они учатся, они становятся специалистами в математике, в разных науках, в грамматике. Но если это грамматика и наука, и разные сферы образования не основаны на сознании Бога, то все это нуль. Мы неотъемлемой части Бога, Кришны. Мы не наслаждающиеся. Мы попросили Джадурани Деви Даси, одного из художников Искон Пресс, рассказать нам о своем участии в движении Хари Кришна. Я встретила Шрилу Прабхупаду в 1967 году. Bhagavan Bandana Dinam Nanam Bhagajanam
bhaya adin navina nirada rupa manahara navina nirada rupa manahara mahana bansi bihari navina nirada rupa manahara navina nirada rupa manahara mahana bansi bihari vibha bari sacha anuna pravesha Nidachari Yukha Jeeva Vibha Pari Sakha Alam Kapra Vesa Kala Hari Hari Mahamna Murali Rama Krishna Ayakriva Ala Hari Hari Bhagavata Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Если мы посвятим нашу жизнь и душу, всю нашу жизнь прославлению Бога, то в этом наша слава. Если мы прославляем Верховного Господа, Господа Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Everybody sing and dance. Dance for Krishna. Hare Bol. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Om Vishnu Padaya, Krishna Prasaya, Bhutle. Imate Bhaktivedanta Swami. Iti namene nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Devate Bhaktivedanta Swami
законченное знание. Если вы читаете Бхагавад-гиту, вы получаете цельное законченное знание. Что же говорит Бхагаван? Бхагаван Кришна учит Арджуну. В 9 главе он говорит: «Мой дорогой Арджуна, я сообщаю тебе самое сокровенное знание, гуйятамам». Тама значит превосходная степень, положительная степень, сравнительная и превосходная. В санскрите есть правило тара-тама. Тара значит сравнительная степень, а тама превосходная. Итак, здесь Бхагаван говорит, совершенная личность Бога говорит: «Я передаю тебе самое сокровенное знание». Это знание, полное законченное знание. Это не плод воображения. Вигьяна значит наука. Практическая демонстрация. Если вы постигаете это знание, мокшасе значит, вы достигаете освобождения, а ашубха значит неблагоприятное. Неблагоприятное. Итак, наша нынешняя жизнь в настоящий момент значит, что пока мы находимся в этом материальном теле, наша жизнь неблагоприятна. Мокшасе ашубха. Ашубха значит неблагоприятное. Итак, что это за сокровенное знание? Кришна говорит, он вновь подчеркивает: «Намо Махабадханая Кришна Према Прадаяте». Кришная, Кришна Чайтанна Намине Гауратиси Намаха Шрила Рупа Госвами. Когда Шрила Рупа Госвами встретил Шри Чайтанья Махапрабху в Праяге, есть такое место, святое место в Индии, называется Праяг. Шри Чайтанья Махапрабху, приняв отрешенный уклад саньясу, направился в Праяг и другие святые места. Шрила Рупа Госвами был министром, но, отказавшись от всего, он примкнул к этому движению Харе Кришна, присоединившись к Шри Чайтанья Махапрабху. Когда он впервые встретил его, он прочел этот стих. Баданья значит самый великодушный. Да, Кришна попросил: «Вы, негодяи, предайтесь мне». Вы все негодяи, предайтесь Кришне, тогда ваша жизнь будет успешной. Таковы в сущности наставления Кришны. Сарвадхарман париттяджа мамекам шараням вража. Кришна не просит только Арджуну, он просит всех нас, всех негодяев. Вы производите столько вещей, чтобы стать счастливыми. Вы никогда не будете счастливыми. Будьте уверены. Но предайтесь мне, я сделаю вас счастливыми. Это сознание Кришны. Одна строчка. So,
What can be done? Но что можно сделать? Кришна предлагает нам все возможности, а мы, смиренные слуги Кришны, мы пытаемся проповедовать об этом, но негодяи не примут этого. Что тут поделаешь? В этом вся сложность. Они хотят продолжать оставаться негодяями. Что поделаешь? Проблема в этом. В противном случае, если мы примем это, даже ребенок может извлечь благо из сознания Кришны. Мы это видели на практике. Но мы не будем принимать. В этом и проблема. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva.